Доброго дня, уважаемые слушатели Школы Всеязвездной Грамоты. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто такой кудесник. Потому что мы же с вами рассмотрели, кто такой маг, кто такой волшебник, шаман, оракул. Сегодня мы говорим о том, кто такой кудесник. К сожалению, современные словари нам говорят о том, что это якобы, мол, синонимы. Но мы же с вами понимаем, что это не совсем так. Это разные матрицы слов с разными задачами. И люди – это разного призвания. Поэтому мы с вами поговорим, вот какие же задачи решает кудесник, что он делает. Вот, и какую он роль играет в жизни строя. Попробуем к этому прикоснуться, к пониманию этого смысла. Мы его записываем вот такими вот буквами всеязвездной грамоты. Кудесник. И вот здесь очень интересное. Вот мы видим, это буква ЕСИ в полнопрочтении. И мы видим ДЕСН. Да, вот десник. Мы знаем, что десница — это название правой руки. Это сейчас мы говорим правая рука, левая рука. А раньше говорили десница и шуя. Вот, поэтому десница, правая рука. У нас есть еще десна, да, то есть важный орган. Тоже будем его с вами рассматривать. И вот здесь это работает. Да, мы вначале просто вот с вами знакомимся с покорневыми основами. Мы видим здесь покорневую основу ник. Ник – это корень, означающий победа. Мы знаем Ника Победа, богиня Победы. Ник для победы, да, то есть мы уже понимаем, что он действует правостью для победы. И мы здесь видим Ку, да, Ку. Ну, соответственно, аспода, свеча жизни на поде родовой памяти. Это душа, тело на поде родовой памяти. И здесь, и мы можем еще написать, вот, например, Ку мы пишем, но мы можем написать вот так. Например, Ук из будущего. Что это знание из будущего? А как же тогда десница, правая сторона? Это вроде бы связано с прошлым. И вот здесь, то есть, вот мы уже примерно можем понимать, что это человек, который умеет действовать во временах. И с будущим он связан. Вот он призывает знания из будущего. Ангел-сеятель из будущего здесь, да? То есть он связан, это у него действующая сила с будущим. И в то же время он строит правомерие, но правая, вот правая рука. Вот тоже интересно, десница, правая рука, правая часть, да, вот правая — это связано с прошлым. А как же рука, если это связь с потомками, то есть это связь с будущим? То есть правая рука у нас прошлое и будущее получает, это вопрос. И левая нога, то есть ноги — это у нас связь с предками, то есть с прошлым, опора на подродовой памяти. Вот у нас подродовой памяти. Но левая нога — это будущее, а как тогда? Если это уже предки и будущее. Да, то есть это вот какие-то зоны стыков времен. Или вот как вот это? Какие у вас мысли по этому поводу? Ну, а мы пока вот порассуждаем дальше. Итак, кудесник. Знаниями ангела будущего дома для сущности. Это шифровку, которую дал Гривец. Для сущности. Значит, десник и десна — это связано с сущностью, да, то есть сутью человека. А может быть, здесь идет и аспода, да, сущность человека, душа. И здесь и фетизированная у нас аспода, то есть туда еще у нас с вами вписана фита. Так, сейчас немножко я по-другому запишу. Наверное, вот красный не очень хорошо. И голубой тоже, потому что стык какой сделаем. Да, сиреневый, вот так. Все видно. Вот, если мы еще сюда вписываем вот фиту, фетизированная аспода, то, может быть, вот она, это и имовостная система получается, вот она, человека. Да, десник. Вот это очень интересно. Знаниями ангела будущего дома для сущности. То есть для сущности, для энерго
возлелеивание победы. То есть обратите внимание, вот у нас энерговозлелеивание, здесь оно мощное, там мощное воздействие идет. Для прошлого является солнышком, да, вот если вот мы видим вот такой солнечным цветом, вот мы как солнышко, да, вот его лучики, для прошлого является солнышком, да, а в будущее вот это здесь ступенька, да, и мощный луч идет такой, и будущего возлелеивания вот здесь, с ступенькой для того, чтобы уже можно было восходить на следующую ступень. То есть здесь вот эта буква, да, она является радиолокатором, и она воспринимает вот информацию из будущего. Вот здесь, да, то есть воспринимает эту информацию. И на основе этой информации уже в прошлое освещает путь, дает лучики. И поэтому буква-то ЕСИ. Да, буква ЕСИ, то есть посредством этой буквы мы несем слово правомерное. То есть это единение повременное, силовое. То есть видите, сколько здесь у кудесника связь со временами. Да, как он с ними взаимодействует. Он считывает информацию будущего. Посмотрите, вот здесь, как мы видим, да, из будущего. Да, вот люди будущего приходят. И все это с опоры на знание прошлого. Вот люди будущего с опоры на знание прошлого. Все человечность в настоящем. Как у Букова? Как воздвигают жизнестрой? Как формируют жизнестрой? Знаниями, которые обретает свеча жизни на поде родовой памяти, наша душа, тело. И если вписано дух и плоть, да, то есть наша система, наша биоструктура, посредством вот этой буквы, этого локатора, который воспринимает эту информацию. Еще раз, это жесткая радиолокация. Поэтому это возлелеивание будущего и принятие энергии. И вот эта энергия, она здесь обобщена вот на этом лучике. То есть лелея будущее, настоящее получает возможность справнославия, вот это у нас зона справнославия, справнославное, справнославие иметь силовое начало. То есть это определенное оружие мощное. То есть здесь наработка лелея будущего, есть возможность вот здесь вот иметь силовое начало. Поэтому, соответственно, вот уже в настоящем здесь происходит обобщение всего лучшего и лелеяние будущего. И, соответственно, это одновременно является энергоступенькой для достойных из прошлого восходить в будущее. То есть кого эти лучики не выжигают, потому что недостойных они туда отправляют дальше. Ну, в ад условно, потому что, вот смотрите, здесь солнечность, вот она. Вот я вот ее красным, вот она, да, мы лелеем. И вот здесь она тоже, вот посмотрите, да, вот как здесь эти взаимодействия идут. То есть здесь вот, да, вот связь времен, то есть мы освещаем путь достойным в прошлом, то есть мы служим солнышком для наших предков и для животного мира, для растительного. А что значит солнце? Солнце выжигает все нездравое. То, что нездравое, оно уже не может пройти. А достойно, кого привлекает эта солнечность, да, которые идут на нее и хотят восходить в будущее, вот для них это еще есть мощное силовое начало, мощная ступенька, поддерживающая. Для чего? Для того, чтобы одержать победу. Ник – это победа. А победа – это когда, да, вот в сигмации, вот эта буква Шанааш, это величайшая буква. Да, то есть у нас Шанааш, это буква сплетение подов родовых памяти. Вот у нас мы здесь видим под родовой памяти. То есть подов родовых памяти настоящего и жизни огней восхожденчества будущего. Начиная с прадедов и прабабушек, правнуков и правнучек. То есть вот это мощная связь времен. Времен возвышенная связь буква Шанааш. Очень мощная буква. Так, вот сейчас я ее отдельно напишу для того, чтобы было видно. Вот так мы пишем. Так. И вот так вот буква Шанааш. Это наш вариант. То
То есть это пока нам открыто 4 буквы N. Это буква наш. Это она уже известна, мы ее часто, мне не очень красиво. Мы. Шинаш. Ну, вот некрасиво, тут мышка неудобна. И нем. Ну, там вот разные ны, там вот уже разные идут. Уже сегмация. Пока вот так. Кудесник. То есть, да, вот мы уже видим здесь вот такая взаимосвязь времен. Даже здесь ук, да, вот мы можем знание из будущего. И вот здесь вот свеча жизни, центр, да, образует нас к победе. Мы идем знаниями из будущего, то есть знаниями, которые мы получаем, лелея будущее. И все это мы лелеем вот нашу биоструктуру, ее восстановление. И здесь еще ник, у нас ик корень, ик. А ик это единение неба и тверди, ик. То есть не единение небесного и тверди, то есть как икона. Ик, единяющая небо и твердь, она. Икона. Поэтому кудесник это вот мощная система, кудесник. То есть для энерговозлелеивания победы, то есть для нашего единения неба и тверди. Вот если букву наш. Нашего единения неба и тверди. Како уде синник. Како уде синник. Да, вот еще. Синник. То есть здесь еще и прослеживается у нас синий цвет. А что за синий цвет? То есть если необходимо было получить информацию, человек призывал на помощь синий цвет. Словом ин – это бурное энергопоточие. Ни – это земно-космической человечностью творить. То есть здесь можно творить одновременно на тверди и в космосе. Действие в одном месте с единовременной отдачей в другом. Своеобразный сквозняк и туда и сюда. Успокаивающий, но дающий настороженность. Этот цвет обладает огромной информацией для умеющих читать, информацией огромных объемов. Недаром ведь сказка. Синее море, синие горы, синее небо. Но требует много энергии для удержания на месте в связи с получением синим цветом обратной связи с огромным миром. Вот вы представляете, да? То есть кто такой кудесник? Он оперирует, он обращается за помощью, да, он обращается к синему цвету для того, чтобы получить информацию. А вот он ее и получает. Он ее получает и из будущего, и единяя небо и землю. Он получает, он оперирует, он действует вот этими знаниями. Он к ним идет, к знаниям. Он идет им и опирается на знания из прошлого, то есть те, которые у него есть. Это человек, который воспринимает огромные массивы информации из будущего, от творцов, от подородовой памяти для того, чтобы одержать победу. Для того, чтобы, представляете, какие мощные системы сюда могли прийти. Ник, победа. Для того, чтобы люди из будущего сюда приходили. Он обладает этими знаниями, чтобы призвать их, и чтобы в настоящем они воплотились и воплотили в себе все то лучшее, вот что есть в букве Шинаш, предки и потомки, они уже тут есть. Вот это наши правнуки, правнучки, деды, бабушки здесь. А это вот относительно дети, родители. Это их родители, а это их дети. Это мощнейшая система. И вот кудесник, он умеет оперировать этим объемом информации, этими знаниями. Он ими действует, действник. Право действует. То есть он строит жизнь, он побеждает.
А что побеждает? Побеждают знания, побеждает любовь, побеждает дар окрест, побеждают дети, которые воплощают эти системы. Он лелеет эту систему прихода детей, эг, единяющих землю и небо, небо и землю. Кудесник. Како уде синник. Интересное слово уде. Знаниями свечи жизни мы лелеем будущее. То есть знаниями, которые наша душа нарабатывает. Да, вот это постоянный обмен, как сквозняк, да, сквозняк идет. Да, вот он постоянно сквозняк. Туда-сюда, да, этот обмен знаниями. Мы на наших знаниях, наша свеча действует, свеча жизни, наша душа, наше тело, наше сознание, наш дух действует, опираясь на те знания, которые есть. И он таким образом добывает новые знания, их обогащает. И вот этот постоянный процесс идет. Вот как это интересно. Куд е словом ин иг. То есть ин — это бурное энергопоточие. То есть это та зона особого роста, особого восхождения. Мы с вами об этом уже тоже говорили, о том, что ин, вот это сочетание, где есть ин, это бурное энергопоточие. То есть это зона особого роста. То есть там, где особо быстро протекают все процессы, то есть очень активно. Нигде вот такое застывшее что-то, да, трезина такая вот не шелохнется, а где активно происходит процесс, активное восхождение. Да, может быть, вот человек иногда стресс испытывает, но это, в этот момент активный рост происходит. К сожалению, сейчас для человека стресс. Вообще-то надо же радоваться, когда такие моменты, вот что-то происходит в жизни, все активно. И человек чувствует, он понимает, насколько он уже знает, насколько он уже тут твердо стоит на ногах. Это важны эти моменты в жизни человека. Экстремальные точки, экстремум тоже можно видео посмотреть. То есть кудесники – это своего рода носители биомембранности между небом и твердью. Биомембранность – это защита, это наша аура, да? То есть каждая клеточка имеет биомембрану, защитную оболочку. Человек ее имеет, тоже биомембрану. Да, вот она форму яйца имеет, яйца. То есть он – носители биомембранности небом и твердью. То есть что вот у нас небо и твердь? Давайте здесь вот этим, да, вот у нас наша спираль. Да, не очень. Вот у нас спираль, и она же единяет, да, и небо, и твердь. Или мы возьмем вот, ну давайте фактор потворцовый. Вот у нас это и же мы видим. Здесь вот у нас это земля, единение неба и тверди. И она связь с ик имеет. Это задача земли — единять небо и твердь. Поэтому они — это родственные ик и земля. А имя нашей планеты — земля — единять небо и твердь. Вот, и носитель биомембранности, то есть он, вот оболочки, чтобы не было слипов, чтобы вот эти вот факторы, они не разрушались, не слипались, да, небо с твердью, то есть разные формы, разные степени плотности материи, тонкости, да, они не сливались, то есть биомембрана была. Ведь у человека есть, например, душа и тело, да, душа — это более тонкая такая материя, да, то есть вот, например, тело самое грубое, дальше менее грубая — это плоть, дальше еще менее грубая — душа, и самое тонкое — это дух, тонкоматериальное. Так вот, соответственно, кудесник, он следит за тем, чтобы вот это не смешивались вот эти разные плотности материи. Да, вот земля и небо не смешивались, чтобы небо на землю не смешивалось. Вот эта биомембраника, он ее следит и подвозобновляет. Да, он ее, можно сказать, ремонтирует, восстанавливает, обращаясь, вот, соответственно, видите, оперируя громадными энергиями. Вот его какая задача. Как он знаниями одесновывающий.
Вот десна мы еще будем рассматривать, потому что очень мощно, да? То есть, соответственно, тут духовность, душевность задействована. Да, мы знаем о духотворении, тут одесновывающий. То есть, вот действует эта мощная буква. Еще раз, это очень мощная энергетическая буква жесткого воздействия. То есть, она жестко оказывает. Она собирает мощные потоки. Более мягкая, мягкого воздействия мы знаем букву Есмь. Вот. А с буковой Еси надо проехать очень аккуратно, потому что это очень мощное воздействие. Поэтому вот этот кукудесник, да, биомембранщик, границами следит, чтобы они не нарушались, да, небо и земля, чтобы не было вползаний на разные ступени, чтобы на чужом горбу в рай не въезжали. Он следит за этим. Ну вот про разные ступени, кто еще действует на разных ступенях, мы еще с вами будем об этом говорить, кто это такой. Вот, ну, сегодня, думаю, что достаточно, очень мы рассмотрели это величайшее звание, можно сказать, наверное, да, или профессия кудесник. Кудесник. Да, тот, кто созидает, защищает, обладает величайшими знаниями, умеет действовать во временах, по Творцову. Чего и всем нам желаю. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго. Пока-пока.